În opinia omului de afaceri Renato Usată, situația de la căile ferate ale Moldovei este una precară, chiar dacă autoritățile încearcă să repare această gaură care aduce venit statului. El a subliniat că soluția pentru depășirea crizei ar fi privatizarea întreprinderii. Я считаю, что это единственный выход. Но частная собственность это неправильное решение, потому что если просто зайдет какая-нибудь частная компания, особенно у которой нет опыта, да, и понятия не имеет о железной дороге, или просто до сих пор занимались перевозками, я это расцениваю так, что не каждый олимпийский чемпион может стать тренером. La fel, omul de afaceri a specificat că autoritățile trebuie să vândă întreprinderea unor companii competente. Сегодня выход у нас один. Это отдать какому-нибудь мировому там, лидеру. Я сейчас не рекламирую российские железные дороги, это может быть европейская компания, вопросов нет. Но инвестировать сегодня 3-4 миллиарда в молдавскую железную дорогу наше правительство, к сожалению, не в состоянии. Modernizarea trenurilor interurbane în România n-a fost cea mai reușită idee a fostei conduceri de la Ministerul Transporturilor. В моем понимании, что эти 2,5 миллиона евро лучше дать как первый транш. Там есть завод Риги, есть завод в России. То есть тут уже, скажем так, кто сделает лучшее коммерческое предложение. Но если 100 новый стоит там, порядка там, 6-7 миллионов, влезать в какую-то лотерею, за 2,5 миллиона евро ремонтировать старые и потом получать там какие-то сюрпризы на эту тему, то есть, ну, я считаю, это абсолютно нелогично и некорректно. Renato Usată i-a mai adăugat că problema corupției care există și a existat la această întreprindere de stat care transportă mărfuri și pasageri trebuie eradicată în alt mod. Пусть борьбой с коррупцией сначала разберутся между собой те, которые про нее кричат постоянно, а потом уже пусть займутся проводниками. Ministerul Transporturilor a lansat strategie de transport și logistică pentru anii 2013-2022, în care este specificată modernizarea căilor ferate a Moldovei. În baza acesteia vor fi reabilitate căile ferate și renoit parcul eșaloanelor de vagoane și al locomotivelor. Dumitru Pelin, Vitalie Moisei pentru Cotidian.